В сентябре прошлого года на рынке возникли слухи о возможной покупке Банком России другого банка Санкт-Петербург. Продавцом может выступить председатель правления банком Савельев, владеющий почти 30% акций. Сумма сделки не оглашалась. Сам господин Савельев отрицает данный факт, что отражено в официальных пресс-релизах банка. Если подобная сделка все-таки состоится, то мы думаем, что цена покупки может превысить текущую цену акции в 80 рублей. Учитывая текущее рыночное соотношение, капитализация годовой прибыли 3,2, а также среднее соотношение по банковской отрасли, равное 24, справедливая стоимость банка Санкт-Петербург может оцениваться как 600 рублей за акцию, что в 7,5 раз больше текущей рыночной цены. С одной стороны, цена сделки подстегнет цену вверх, а с другой стороны, поглощение вызовет смену корпоративной культуры и руководящего звена. Это может вызвать отток клиентской базы. В долгосрочной перспективе это вызовет снижение доли банка Санкт-Петербург на рынке банковских услуг и, соответственно, показатели финансовой деятельности.